И на пленку налили вот такой раствор. Все полы идут вот так вот. Я лично поставляла по лесу, ходили по маху. Вот так идешь, и она вот так вот вся гуляет. То есть ей линолеум выкидывать, стяжку эту все теперь это самой погребать. А куда ей с тремя детьми, трое детей, еще двое инвалидов? Я составляла акт об этом в январе месяце. До сих пор никакой реакции. Я приходила к Грагуле по этому поводу. На квартирных домов номер 11 и номер 9 улицы Гагарина. Да. Ну вот, расскажите, значит, что там у вас случилось, с чем вы обращались сегодня к прокурору? Вот, мы... И как он вас принял? Хорошо. Мы довольны во встрече прокурора Калужской области, который, значит, пообещал создать группу из сотрудников ФСБ, Следственного комитета, органов прокуратуры Калужской области, с привлечением администрации города Козельск, с привлечением жилищной инспекции. Обращались мы к нему с вопросами, значит, того, что у нас не горят уличные фонари. Мусорная площадка, которую они поставили мусорки, то есть она не огорожена. У нас был обнаружен факт того, что было качество жилья построено недолжным образом, где канализация в подвальных помещениях значит, рвется зимою, полы у жителей города Козельска проваливаются и так далее. У нас были вопросы сегодня с прокурором области. Мы решали дорогу, вопрос, которую мы также делали. Вот, вот основные вопросы, с которыми мы значит, разрешали сегодня. Сегодня. Да. Вы здесь проживаете? Да. Как вам живется? Нормально. Как ремонт, вернее, новая квартира? Да и как новая? Новая. Видно, дом садится, все это сыпется. Потолок, эти щели есть. Да вода вот не поступает. Я вот на пятом этаже живу, вот не поступает вода. Ночью идет вода, к 8 часов все прекращается. Ну как так можно? Вот набираешь ночью воды, запасаешься тем и пользуешься. Но сегодняшний день еще идет вода хорошо. Сегодня не выключили. В связи с чем, не знаете? Почему вода сегодня идет? Не знаю. Почему на сегодня идет? Да никак. Если раньше можно было пойти в колонку воды набрать ведром. Да, я это рассказываю. А здесь живешь, платишь коммунальное все и за воду, и за кринёду, за все платишь, а с магазина бутылками носишь воды, чтобы чай попить. А в туалет сходить, у меня дети приезжают, все трубодело. Куда их? Поставьте в его туалет хоть вот здесь вот. Воды вообще месяц нету. Как можно жить на пятом этаже, месяц воды нету? Скажите, вопрос такой. Как сделана квартира? Никак. Просто залепили глаза и все. Никак она не сделана. Котел газовый как не работает, снова до Нового года как заселился, как нету воды горячей, так и нету. Ну то а что работает, воды нет? Даже если вода есть.
Он не работает. Газовщики пришли, отписались, что котел под замену, бракованный. Котел на гарантии, пошел в мэрию. Никто не знает, кто его будет менять. Где вы покупали котлы? На какой базе? В каком магазине? У вас документы есть на приобретение котлов? Свезите туда этот котел, сдайте. На кухню заходишь, на полкухни. И все. Дальше идешь как по матрасу. Вся стяжка полопата. Под низом, видать, утеплитель лежит. И все. И вот такая вот стяжечка. В зале тоже наполовину. Заселяли. Говорю, полы показываю, ключи раздавали. А это уже что такое? Полы попроломанные. Ну а как вы хотели? Чтобы здесь жить и что надо 200 тысяч уложить? Это кто так говорит? А? Кто так сказал? Вот этот как? Кто, усатый такой ходил здесь. Я не помню, не знаю. 200 тысяч кому-нибудь? Не знаю я, кому надо было вложить в карман. Если бы я знал, какая квартира, да, я пришел бы и смотрел бы сам, как вы тут делаете. Не строительным, грубо говоря, уже дал бы уже строительным, то что сделаете нормально. А теперь эти, мы придем, полы сделаем. Мне куда сейчас это выносить? Диваны, кровати, телевизоры, пол стенки этой, холодильник, кухню, куда мне выносить это все? Мне полы подымать, линолеум надо подымать, что вы делали? Куда мне все эти вещи вытаскивать? Да, да. И куда мне идти жить? Многие жалуются так. Понятно. Вот женщина тоже живет на пятом этаже, воды нету? Нету, сегодня вот есть вода. Есть, ну это вот. А то, я говорю, ночью дадут на часа на два на каких. Да, у 5 часов ночи. Да, у 5 часов ночи уставала, да. Стиралась. Такая, а что делать? Так же. Поднимаешься, начинаешь... 8 часов, все, воды нету, вообще ни капли. Люди поднимаются вообще на работу? Да.